Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео, и если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Дата 30 января стала драматической для киноманов. С утра появилась новость о смерти актера Леонида Куравлева. Буквально несколько часов спустя публика узнала о кончине режиссера Виктора Мережко. Сегодня Виктора Ивановича провожают в последний путь. Незадолго до смерти Мережко почувствовал себя плохо. Близкие режиссера настояли на госпитализации. А родные Мережко до последнего надеялись, что все обойдется, но чуда не произошло. Мы разговаривали сегодня около 18:00. Папа 3 недели пролежал в реанимации, умолял, чтобы его перевели в обычную палату. Кричал, что устал болеть. Снова начал задыхаться. Ваня сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный. После него Ваня уснул. Ему приснился прекрасный сон. Отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо. Брат проснулся в чудесном настроении. Какой хороший сон, подумал он. А через 3 минуты ему позвонили и сказали: «Папа умер». Это было 20:30 вечера, вспоминала Мария. В 11:00 в Центральном доме кинематографистов проходит прощание с режиссером. Похоронят его на Троекуровском кладбище. Среди присутствующих можно было увидеть родных Виктора Мережко, а также его коллег, режиссера Евгения Герасимова, Бориса Галкина, Людмилу Зайцеву, Аркадия Инина и многих других известных персон. К 15:00 Виктора Ивановича похоронили на Троекуровском кладбище.